not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Этими словами Роберт Оппенгеймер, руководитель Манхэттенского проекта, разработавшего впервые в мире атомное оружие, вспоминал свои впечатления от первого испытания атомной бомбы на полигоне в штате Нью-Мексико 16 июля 1945 года. Как известно, его впечатления оказались пророческими. Менее чем через месяц два детища Оппенгеймера будут применены по японским городам Хиросима и Нагасаки. А ядерное оружие и факторы его обладания станут главенствующим принципом во всей дальнейшей мировой истории. Атомные бомбардировки Японии пока остаются единственным эпизодом боевого применения самого разрушительного оружия на Земле и, пожалуй, самым известным событием войны на Тихом океане. Да, благодаря кинематографу и огромному количеству литературы, отечественные читатели и зрители прекрасно знают о Пёрл-Харборе. Как там Бен Аффлек сбивал японские самолеты. И как говаривал ставший вирусным мемом товарищ капитан, это классика. Это знать надо. Куда меньше людей у нас уже знают об атолле Мидуэй. На этом данная война для современного нашего обывателя в целом заканчивается. Ну то есть японцы напали на Пёрл-Харбор, потом получили от американцев ответку при Мидуэе, а потом им вдогонку насыпали атомных бомб. И хэппи-энд. Касаемо окончания войны, у нас к этому обязательно добавляется тема разгрома Квантунской армии и традиционная дискуссия о решающей роли в победе над Японией советского вклада над атомной бомбардировкой или наоборот атомной бомбардировки над советским вкладом. Неустанно спорящие об этих двух факторах люди, как правило, очень поверхностно знают историю боевых действий на Тихом океане. А эта война дает нам куда больше пищи для размышлений и выводов даже для дня сегодняшнего, чем только история Пёрл-Харбора, Мидуэя и Хиросимы с Нагасаки. Знал ли Роберт Оппенгеймер, что ни Хиросима, ни Нагасаки не смогут стать самыми смертоносными разовыми бомбардировками в истории человечества, и что ни одна из них не сможет побить мрачный рекорд по количеству жертв? Уже к тому времени установлены здесь же, в Японии, американцами, без всяких атомных бомб. Сегодня мы вспомним об еще одном факторе победы над Японией, который в дальнейшей истории сыграл не меньшую роль, чем ядерное оружие, и продолжает эту роль играть. Так что сегодня поговорим о Тихоокеанском театре военных действий. Но чтобы подойти к теме, нам надо немного отмотать назад, самую малость. В год 1911. Это было время, когда перед тем, как устроить своим народам мировую империалистическую бойню, руководители стран, которые друг другу приходились сплошь то дорогими кузенами, то деловыми и уважаемыми партнерами, активно разминались по всем уголкам земного шара. Заокеанские партнеры из Соединенных Штатов тогда еще только начинали тренироваться на кошках, ну то есть на испанцах и филиппинцах. Британцы размялись в Южной Африке на Бурских республиках, Россия и Япония разминались на Дальнем Востоке, а молодое итальянское государство и дряхлеющая Османская империя разминались в борьбе за обладание колониями в Северной Африке. Итало-турецкая война 1911-1912 годов примечательна не только победой Италии, ознаменовавшей рождение еще одного европейского империалистического хищника, отжавшего у Турции Ливию. В военную историю тот конфликт вошел, конечно же, как первая война авиации. Итальянцы сформировали небольшую эскадрилью из 5 пилотов под командованием капитана Карло Пьяцца. Летали эти 5 смелых мужчин на вот таких вот самолетах, на которых, разумеется, не было ни брони, ни вооружения.
Однако эти пятеро летчиков умудрились стать первыми в военной истории авиации практически во всем, что тогда было технически достижимо. Капитан Рикардо Моиза стал первым в истории пилотом, самолет которого повредили огнем земли, но который смог долететь до базы. Капитан Карло Фонто, вот тут он сидит в своей, если можно так сказать, кабине, стал первым в истории пилотом, который был ранен в боевом вылете, словив пулю из турецкой винтовки. А летчик Пьеро Манзини стал первым пилотом, который погиб в боевом вылете. Командир эскадрильи капитан Пьяцца стал первым пилотом, который выполнил первый в истории боевой вылет. И он же чуть позже стал первым пилотом, попавшим в плен. Пока остальные товарищи по эскадрильи становились первыми, пятый летчик эскадрильи, лейтенант Джулио Гавотти, рисковал не попасть в анналы истории. Лейтенанту нужно было срочно что-то придумать. И он придумал. Утром 1 ноября 1911 года, перед тем, как залезть в кабину своего аэроплана Эйтрих Таубе, похожего на птицу, и отправиться в разведывательный полет, как он это делал каждый день, Гавотти взял из ящика с боеприпасами 4 ручных бомбы, каждая весом чуть более 1,5 килограмма, и рассовал их по карманам своей куртки, а потом взлетел. Пролетая над оазисом Айнзара, недалеко от Триполи, Гавотти обнаружил скопление турецких солдат. И с высоты 180 метров, одной рукой держа штурвал, а другой ручную бомбу, аккуратно, чтобы не попасть по собственному крылу, сбросил на турок 4 своих бомбы. Этот случай стал первым в истории, когда с летательного аппарата тяжелее воздуха были сброшены боеприпасы. А Гавотти стал первым в истории пилотом, осуществившим бомбардировку. До этого все товарищи Гавотти выполняли исключительно разведывательные вылеты, не мысля о возможности вести с таких самолетов бомбардировки. В следующем 1912 году Гавотти расширил свое место в истории. Он стал упрямым пионером развития бомбардировочной функции авиации и осуществил сначала первый в истории боевой ночной вылет, а затем и первую ночную бомбардировку, доказав, что это осуществимо. В том же 1912 году война закончилась победой Италии, а Гавотти вернулся на родину героем и естественным образом стал популяризатором развития авиации и источником вдохновения для многих офицеров, мечтающих приобщиться к новой военной профессии летчика. Одним из таких офицеров стал бывший артиллерист по имени Джулио Дуэ, который перевелся в авиацию в том же 1912 году. Как и многие представители того самого первого поколения военных летчиков, Дуэ с энтузиазмом окунулся в новую специальность. Как и Гавотти, Дуэ больше всего привлекал потенциал бомбардировочной функции авиации, в развитии которого он видел колоссальные перспективы. В ходе начавшейся Первой мировой войны военная авиация сделала стремительный скачок в развитии технических характеристик и появлению новых тактических приемов. Появились первые специализированные самолеты-бомбардировщики. И если в 1914 году пилоты еще бомбили врага, также вручную сбрасывая гранаты, то в 1917 году немецкие двухмоторные тяжелые бомбардировщики «Гота» осуществляли бомбардировку Лондона группами по несколько десятков машин, одномоментно сбрасывая на вражескую столицу 4 тонны бомб. Однако, несмотря на это, даже в годы Первой мировой войны все еще очень немногие люди среди военных могли разглядеть бомбардировочной авиации куда более высокий потенциал, чем тот, который показывали тогдашние бомбардировщики. Среди таких провидцев был Джулио Дуэ. Дела у итальянцев на фронте против Австро-Венгрии шли не очень, и Дуэ предложил план по стратегическим бомбардировкам Австро-Венгрии силами 500 бомбардировщиков, уверяя, что такой концентрации самолетов будет достаточно, чтобы нанести такие разрушения экономике австрийцев и настолько парализовать работу их тыла и подавить моральный дух, что Австро-Венгрия согласится на капитуляцию. План руководству показался слишком радикальным и фантастическим и был отвергнут. Дуэ так сильно критиковал свое начальство за это, что был уволен из ВВС и даже на несколько месяцев заключен в тюрьму. После окончания войны Дуэ, уже находясь в отставке, все свои взгляды на концепцию применения бомбардировочной авиации и ее роль в будущем
изложил в своей книге «Господство в воздухе. Вероятные формы будущей войны», которую издал в 1921 году. Дуэ считал, что технический прогресс в самое ближайшее время превратит бомбардировочную авиацию в стратегический инструмент ведения войны и вознесет ВВС над всеми остальными родами войск. В войнах будущего, считал Дуэ, важнейшим фактором станет господство в воздухе. Достигнув его, определенная сторона, владея техническим и промышленным потенциалом для того, чтобы иметь достаточный воздушный флот стратегических бомбардировщиков, сможет безнаказанно уничтожать военные, экономические и прочие критически важные объекты на всей территории страны противника, разрушать целые города, лишая населения воли к победе, а руководство страны к возможности обеспечения дальнейшей войны. Таким образом, это приведет к капитуляции страны противника, и всего этого можно достигнуть, не начиная большой кровавой сухопутной войны. Включение в военную концепцию, которая вскоре стала известной как «доктрина Дуэ», прямой необходимости разрушать города с неминуемыми жертвами среди их населения, может показаться возмутительной. Тут важно помнить, что Дуэ, являясь участником Первой мировой войны, прекрасно видел, как воюющие стороны активно бомбили города друг друга, убив сотни мирных немцев, французов, британцев. Профессиональным военным, таким как Дуэ, было ясно, без всяких сантиментов, что в современной войне, где все промышленные объекты, в том числе военные предприятия, находятся в крупных городах, невозможно избежать жертв среди населения этих городов. Также Дуэ был свидетелем того, как только что в окопах на всех фронтах убили 10 миллионов призванных на войну мужчин. В тысячи раз больше, чем количество погибших от бомбежек мирных граждан. И рассуждая так же, как многие военные, пережившие ту бойню, он искал выход из стратегического тупика окопной войны, чтобы подобное не повторилось. Выход, который приведет к тому, что уж если какая-то война и начнется, то ее необходимо выиграть быстро и с наименее возможным количеством жертв. И он считал, что такой выход нашел. Именно поэтому книга стала крайне популярной в военных кругах мира и нашла немало сторонников в разных странах. Нашелся свой Дуэ и в Соединенных Штатах Америки. Этого человека звали генерал Билли Митчелл. Как и Дуэ, Митчелл принадлежал к самому первому поколению летчиков, придя в авиацию в 1913 году. Как и Дуэ, он стал участником Первой мировой войны и яростным сторонником развития бомбардировочной авиации. Как и Дуэ, он столкнулся с непониманием своего руководства. Ему пришлось вести настоящую бюрократическую войну против военно-морского флота США, очень могущественной конторой. Сразу после Первой мировой Митчелл публично заявил, что авиация сделала линкоры архаизмом, прошлым днем, и нет никакого смысла вкладываться в линкоры. Лучше давайте за те же деньги построим армаду бомбардировщиков. Зачем платить по 40 миллионов долларов за строительство этого вашего отсталого линкора, когда мои бомбардировщики по 30 тысяч баксов за каждый его потопят? Для флота это была настоящая ересь. Результатом спора, который активно освещали газеты, стали учебные стрельбы в 1921 году, когда флот предоставил в качестве мишени трофейный германский линкор «Остфрисланд», а бомбардировщики Митчелла его атаковали. Линкор был потоплен и стал первым линкором в истории, потопленным авиабомбами. Но и это не помогло Митчеллу. Критики сразу заметили, что линкор не маневрировал и на нем не было экипажа, который мог бы бороться за живучесть. В общем, это все не считается, линкоры все равно круче. Митчелл все-таки проиграл бюрократической машине. Флоту и армии сподручнее было пилить оборонный бюджет пополам, чем делиться с новым родом войск в виде самостоятельных ВВС, за создание которых ратовал Митчелл. Как и Дуэ, Митчелл обрушился с публичной резкой критикой руководства страны, после чего был понижен до полковника и подвергнут дисциплинарному взысканию. В 1925 году он ушел в отставку. Однако Билли Митчелл оставил в авиации многих своих единомышленников и учеников, которые продолжали пытаться добиться от руководства большего для развития авиации. Одним из таких людей был майор Джимми Дулиттл,
В начале 30-х годов он был участником очередной комиссии, которая в очередной раз отказалась выделять ВВС в отдельный род войск. Дулиттл отказался подписывать решение комиссии, заявив: «Страна однажды заплатит за глупость тех, кто был в этой комиссии. Они знают о будущем авиации столько же, сколько о письменности ацтеков». Однако годы шли, авиация развивалась и естественным образом становилась все более важной частью вооруженных сил, которую нельзя было игнорировать. Вопрос заключался лишь в том, как ее правильно использовать. Доктрина Дуэ не покидала головы многих начальников ВВС различных стран мира. Доктрине не хватало лишь одного – возможности испытать ее на практике. Для этого пришлось дождаться начала Второй мировой войны. И первой попыткой применить доктрину Дуэ стала битва за Британию, классическое противостояние ВВС и ПВО. Стратегическая цель этой битвы была принудить Британию к принятию мира на немецких условиях. Несмотря на попытку систематических бомбардировок, Германия не достигла целей доктрины. Прежде всего, так и не смогла захватить господство в небе. Наступательный порыв Германии истощился раньше, чем оборонительный у Британии. Однако британцы, выстояв, как ни странно, сделали выводы в поддержку доктрины Дуэ. Испытав на себя воздушное наступление, они пришли к выводу, что немцы могли бы победить, будь у них больше ресурсов, если бы их действия были более последовательными. Дуэ декларировал полное разрушение цели, без возможности восстановления ее функциональности, чтобы никогда к ней не возвращаться, и последовательно переходить к следующей цели. К 22 сентября 1941 года штаб английских ВВС разработал план разрушения 43 немецких городов. По подсчетам британских экспертов, одна тонна бомб оказывала воздействие на 800 человек. Уровень активности населения города утром следующего дня снижался на 33%, а его восстановление требовало 35 дней. Англичане предполагали, что если бы немцы провели 5 или 6 таких же успешных атак на город Ковентри, какую они провели лишь однажды, индекс активности населения там сократился бы до нуля, а 6-я или 7-я атака не оставили бы надежды на его восстановление. В результате был сделан вывод, что на каждый город необходимо произвести 6 успешных налетов через разные интервалы в течение 6 месяцев и сбросить в каждом из немецких городов по одной тонне бомб на каждые 800 человек жителей. И для этого нужно очень много тяжелых бомбардировщиков, способных нести большую бомбовую нагрузку. Таким самолетом стал новейший британский бомбардировщик Avro Lancaster, способный нести до 10 тонн бомб. Для своего воздушного наступления на Германию британцы стали строить их тысячами, построив за годы войны свыше 7 тысяч Lancaster'ов. Пристально наблюдавшие за всем этим американцы, понимая, что их вступление в войну – это вопрос времени, озаботились созданием собственного стратегического бомбардировщика. Имевшийся у США с 1935 года бомбардировщик B-17 был не такой новой машиной, как британский «Ланкастер», с меньшей бомбовой нагрузкой. А главное, во время битвы за Британию американцы не были уверены, что британцы выстоят. И имела место вероятность войны один на один с Германией. А для этого нужен трансконтинентальный бомбардировщик с куда более большей дальностью полета, чем у B-17. Американской корпорации Boeing заказали создать лучший на тот момент бомбардировщик в мире. И Boeing сделал это. Заказ на разработку нового самолета поступил в 1940 году. Однако создание настолько новой машины было серьезным технологическим вызовом даже для США и такой корпорации, как Boeing. Чертежи самолета и его макет были готовы к лету 41-го. Дальше предстояло построить первые прототипы и начать их испытания с неизбежной последующей доработкой. Когда в декабре 41-го года Япония атаковала американский флот в Пёрл-Харборе и США вступили во Вторую мировую войну, прототип B-29 еще только строился. И если весь 1942 год американцы были заняты на Тихоокеанском фронте лишь тем, как остановить японское наступление, то на Европейском театре американцы в ближайшей перспективе приступили к поддержке британских ВВС в их воздушном наступлении на Германию. Для этих целей Boeing на своем заводе в Сиэтле все мощности забил на строительство уже имевшихся в строю бомбардировщиков B-17,
для их последующего направления против Германии. Для производства будущего Б-29 был построен новый завод в Вичите, штат Канзас. Лишь в сентябре 1942 года из цеха выкатился первый прототип самолета, и начались его испытания. Они продолжались осень и зиму и выявили множество дефектов, прежде всего в работе двигателей самолета. На самолет установили 4 новейших двигателя Wright Cyclone 3350 мощностью 2200 лошадиных сил каждый. Эти двигатели были на голову мощнее всех остальных бомбардировщиков в мире, имевшихся тогда на вооружении ведущих стран. Однако одной из сложнейших в авиастроении задач является разработка и внедрение авиационных двигателей. При первых полетах на испытаниях двигатели часто загорались. 18 февраля 1943 года прототип выполнял очередной испытательный полет. На борту находилось 11 человек из состава инженеров и испытателей. В полете возник пожар в одном из двигателей, который быстро охватил все крыло и перекинулся на фюзеляж. Объятый пламенем первый Б-29 рухнул на консервную фабрику в пригороде Сиэтла. Погибли все находившиеся на борту, а также 20 человек в здании фабрики. Испытания, аварии, доработки и новые испытания продолжались до осени 43-го года, когда наконец были построены первые серийные Б-29. 2 года ожидания и напряженного труда стоили того. На тот момент этот бомбардировщик сочетал в себе все достижения науки и промышленности США. Это был лучший дальний высотный бомбардировщик, который могло создать человечество в то время. Дальность полета Б-29 могла составлять 6300 километров, что более чем на 2000 километров больше, чем у Б-17. Он мог нести 9 тонн бомб, что на тонну больше, чем у Б-17. Потолок составлял до 12 километров. Так высоко не мог летать тогда ни один бомбардировщик. Самолет оборудовали герметичными кабинами для экипажа, что позволяло экипажу летать на больших высотах без кислородных масок, что значительно снижало утомляемость летчиков. А это очень важный фактор, когда экипажам нужно летать по 10-12 часов в дальних вылетах. Самолет был оборудован кондиционерами и электрическими печками для отопления кабины и обогрева стекла. Важной особенностью стратегического бомбардировщика является его способность самостоятельно защитить себя, так как в случае вылета на 1000 миль никакие истребители сопровождения не смогут обеспечить его прикрытие из-за нехватки горючего. Защитное вооружение самолета составляло 12 пулеметов и по количеству стволов равнялось вооружению Б-17. Однако инновационное преимущество Б-29 было в другом. На нем впервые в истории авиации внедрили автоматизированную систему управления огнем. В 1931 году компания General Electric создала первый электромеханический компьютер общего назначения. Поэтому именно General Electric заказали разработку передовой на тот момент системы управления огнем пулеметов Б-29. Электромеханическая автоматизированная система позволяла стрелкам вести огонь дистанционно, находясь не в самой турели за гашетками пулеметов, а в отдельной герметичной кабине. Штурман вводил барометрическую высоту, скорость и температуру наружного воздуха вот в это устройство, которое передавало эту информацию на бортовой примитивный компьютер, который автоматически рассчитывал данные баллистики и упреждения для пулеметных турелей. Стрелок, по сути, являлся лишь оператором, который, наблюдая вот в этот дисплей прицела, с помощью пульта управлял турелью с пулеметами. В боевой инструкции для стрелков даже была изображена шуточная карикатура, на которой стрелок, не напрягаясь, сбивал вражеские истребители одним нажатием кнопки. Автоматизированное управление пулеметами повышало точность огня на 50% по сравнению с ручным. Наконец, еще одним преимуществом автоматики было так называемое выключение мертвого. Если кто-то из стрелков погибал или выходил из строя, происходило автоматическое переключение его турели другим стрелкам. Каждый из стрелков Б-29 мог управлять разными турелями в зависимости от обстановки, и для этого не нужно было, сломя голову, перемещаться в самолете от одной турели к другой. Нужно было лишь нажать кнопку переключателя на своем пульте. Все это делало борьбу с Б-29 очень сложным и опасным делом для любого истребителя. Во многом из-за этого самолет и получил свое наименование — суперкрепость.
К тому времени уже было решено, что новейшие бомбардировщики будут использоваться исключительно против Японии. 1943 год подходил к концу. В Европе армады американских Б-17 уже вовсю вместе с британскими «Ланкастерами» пытались выбомбить Германию из войны. Взлетая с баз в Англии, американские самолеты преодолевали сравнительно небольшое расстояние для стратегических бомбардировщиков и вполне подходили для этого театра. Совсем другая история была на Тихом океане. Война с Японией уже прошла свою вторую годовщину, а США не произвели по японским островам еще ни одного стратегического налета. Причиной тому была география. Расстояние от Гавайских островов США до Японии составляет 6300 километров. Такое расстояние туда и такое же обратно не мог покрыть ни один бомбардировщик на планете, включая строящийся Б-29. На всем этом пространстве простирался океан, в котором не было ни одного подходящего клочка суши, пригодного для действий тяжелых бомбардировщиков и находящегося под контролем США. На таких морских просторах стороны использовали лишь палубную авиацию с авианосцев, а на авианосцы тяжелые бомберы тоже не разместить. Знаменитый рейд Дулитла оставался единственным случаем бомбардировки территории Японии. Однако он носил чисто политический характер и преследовал пропагандистский эффект. Эта, безусловно, дерзкая и нетривиальная операция произошла 18 апреля 1942 года, когда даже первый прототип Б-29 еще не покинул стены авиазавода. Символично, что командовал налетом на Японию подполковник Джимми Дулиттл, тот самый, который в 30-е годы предупреждал, что ВВС, в том числе стратегическую авиацию, нужно развивать немедленно, не ожидая, пока петух клюнет Америку в одно место. Символично и то, что самолеты, которые бомбили Японию в том рейде, назывались Б-25 Митчелл, в честь того самого Билли Митчелла, который также в свое время был не услышан и подвергнут опале. В 1942 году Митчелла уже не было в живых, но он был реабилитирован, получив признание уже после смерти, и в честь него назвали бомбардировщик. Б-25 был средний бомбардировщик, гораздо скромнее, чем Б-29. Однако даже он мог только взлететь с палубы авианосца, но уже не мог сесть на нее. Так что американцы придумали, максимально облегчив Б-25, разместить их на авианосцы, подойти как можно ближе к Японии, взлететь на бомбежку, а сесть уже в Китае, на территории, контролируемой дружественным Америке Чанкайши. В условиях всех этих ограничений авианосец мог отправить лишь 16 бомбардировщиков. Они довольно точно отбомбились, не потеряв ни одного самолета над Японией. Однако в конечном итоге потеряли все свои машины. Один самолет залетел на советский Дальний Восток и там был интернирован, остальные разбились в Китае. Несколько летчиков погибли, 8 попали в японский плен. Японцы видели в этом случае исключение из правила, понимая, что посылая бомбардировщики с палуб авианосцев, по сути, в один конец, много не навоюешь. Они были правы. Получив эффект от новости о факте бомбежки Японии, американцы больше не предпринимали попыток подобных операций. Назвать налет 16 средних бомбардировщиков стратегическим язык не поворачивается. Но вот в новом 1944 году все наконец должно было измениться. Американцы планировали начать массированное воздушное наступление на Японию силами Б-29. Однако в начале 1944 года география войны на Тихом океане не изменилась настолько, чтобы у американцев появились базы, позволяющие суперкрепостям подобраться к Японии. Единственной территорией, с которой тогда можно было долететь до Японии, был Восточный Китай. Те его провинции, которые контролировались Гоминьданом. Там уже имелись союзные авиабазы, которые использовались для переброски помощи Гоминьдану и действиям против японцев на данном фронте. Японская разведка тем временем с начала 43-го года располагала сведениями о разработке американцами нового бомбардировщика с большой дальностью полета и выдающимися тактико-техническими характеристиками. Когда в конце 43-го до японцев дошли сведения о начале серийного производства нового самолета и начало скорого его боевого применения, было нетрудно вычислить, откуда это применение может начаться. Вариантов, кроме Китая, не существовало.
Так что японцы, недолго думая, решили пресечь эту угрозу самым простым и в то же время надежным способом. А давайте захватим всю территорию Китая, с которой бомбардировщики могут дотянуться до нашей метрополии, решили в японском генштабе. Для начала 44 года, когда у Японии на всех направлениях дела шли уже конкретно не очень, китайский фронт оставался единственным направлением, где японцы продолжали себя чувствовать уверенно. А репутация китайских войск Гоминьдана среди японцев была как у местной разновидности итальянцев и румын, то есть этих можно бить всегда, невзирая на общую обстановку на других фронтах. Поэтому в апреле 44 года японцы начали операцию Итиго – большое наступление в юго-восточном Китае. Как и ожидалось, Гоминьдан быстро рассыпался и был разгромлен с большими потерями. Японцы захватили около 2 миллионов квадратных километров с населением 60 миллионов человек. Но главное, они захватили 10 крупных авиабаз в восточном Китае, в том числе и те, которые американцы собирались использовать для размещения Б-29. Тут на карте авиабазы отмечены соответствующими значками. Из-за этого пришлось менять планы и строить новые авиабазы на значительном отдалении, в центральном Китае, в районе Чэнду. А построить базы для Б-29 в центральном Китае казалось непросто. Гигантские суперкрепости могли взлетать только с хорошего твердого покрытия, длина полосы которого должна составлять не менее 2,5 километров. А для обслуживания десятков бомбардировщиков необходимо было построить и наладить огромную инфраструктуру с техперсоналом, складами горючего и заправщиками, боеприпасами, пунктами управления, станциями связи, медициной, питанием и размещением сотен человек. Чтобы это построить, нужна хорошая логистика. А логистика с Китаем тогда была такая же плохая, как и с самой Японией. Если посмотреть на карту, то все нужно было доставлять реально на другой конец земли. Большую часть по воздуху, через Гималаи. Базы строили 50 тысяч китайцев вручную. Весной 44-го они были готовы к принятию самолетов. И в апреле первые Б-29 сели на аэродром Чэнду. Но чтобы организовать налет, к примеру, хотя бы сотни Б-29, необходимо потратить тысячи тонн горючего и боеприпасов. А все доставлялось очень долго. Несколько Б-29 переделали воздушные танкеры, и они перевозили в Китай горючее. Причем, чтобы доставить 1 галлон бензина в Китай, при этом необходимо было сжечь 3 галлона бензина. Помимо тяжелейшей логистики и дороговизны, главный недостаток базы в Центральном Китае был в том, что оттуда зона досягаемости Б-29 доставала только до западной стороны острова Кюсю, то есть основной промышленный пояс Японии вместе с Токио, пока все так же был недоступен. Поэтому зачастую Б-29 привлекались для ударов по объектам в Таиланде или Маньчжурии. Например, самый первый боевой вылет Б-29 осуществили 5 июня 1944 года против целей в районе Бангкока. Однако американцы помнили, что их главной задачей являются стратегические бомбардировки Японии. И, наконец, 15 июня 1944 года эта кампания официально стартовала. В этот день, накопив достаточно горючего и боеприпасов, американцы подняли 75 суперкрепостей для удара по металлургическому заводу на острове Кюсю. Вылет проводился на пределе дальности. Туда и обратно предстояло преодолеть около 5,5 тысяч километров, поэтому самолеты несли каждый не более 2 тонн бомб. Кроме того, из опасения японской авиации и зенитной артиллерии, вылет проводился ночью и на большой высоте. Из-за сложностей трудного дальнего ночного полета и неопытности экипажей только 47 самолетов достигли Японии, разбросав бомбы по всему западному побережью. В завод попала лишь 1 бомба, не причинив ему серьезных повреждений. Из плюсов было то, что японцы не ожидали этого налета и потери от ПВО составили лишь 1 машину. Зато 6 самолетов разбились при посадке. В будущем это станет нормой. При каждом дальнейшем вылете с аэродрома будет взлетать 1 количество самолетов, а цели достигать другое. А аварийные потери в 90% случаев будут превышать боевые. Для первого раза американцы не унывали. Противодействие противника было слабее ожидаемого, а то, что они никуда не попали, они тогда еще не знали.
Беда только в том, что теперь для следующего налета нужно было ждать пополнения запасов горючего и бомб, что могло занять не одну неделю. Но для японцев 15 июня 44 года стало шоком. Японцы, захватив базы в Восточном Китае, были уверены, что никакой, даже самый крутой бомбер не сможет достичь Японии из Центрального Китая, и находились на полнейшем расслабоне. Несмотря на ничтожные результаты налета, стало ясно, что это первая ласточка, и война пришла на территорию Японии по-серьезному. Кроме того, в тот же день, 15 июня, началась высадка морской пехоты на Марианских островах. А Марианские острова в случае захвата могли использоваться для базы Б-29. И вот оттуда американцы могли уже дотянуться до любой важной цели, включая Токио. Что могли японцы противопоставить налетам Б-29 в этот период? Первые полгода войны, когда японцы к лету 42 года захватили огромные владения США и Британии в Азии и на Тихом океане, сыграли с Японией злую шутку. На обширных просторах океана не осталось ни одного клочка суши, принадлежащего союзникам, который можно было бы использовать против налетов на японские острова. Японцы верили в свою удачную географию. И верили, что свои завоевания они смогут сохранить. А значит, смогут не подпустить американцев к метрополии. Поэтому до рейда Дулитла, например, в Японии вообще отсутствовала система ПВО. В 1942 году она была создана, но получила крайне низкий приоритет. Все были уверены, что она никогда по-настоящему не понадобится. У японцев была фора в 2,5 года, которую они почти никак не использовали для усиления ПВО, допустив огромную стратегическую ошибку. Их промышленный потенциал располагал ресурсами, которые можно было мобилизовать на ПВО. А опыт немецких союзников, которые к 44 году в деле создания эффективной ПВО уже собаку съели, был под рукой. Пожалуй, самой развитой частью ПВО к июню 44 года у японцев была система дальнего радиолокационного обнаружения. Бренды японской электроники сейчас ведущие в мире, и принято их успех связывать с японским экономическим послевоенным чудом. Чудо это никто, конечно, не отменял, но не стоит его воспринимать как офигительные истории про стартапы и гениальных инженеров-самоучек, которые начинали бизнес в своем гараже, а потом стали миллиардерами. Большинство японских корпораций имеют давнюю историю развития, и в годы японского милитаризма активно и широко обогащались на заказах императорской армии. И прежде чем покорить мир видиками и телеками, инженеры компании Toshiba разработали целую линейку станций РЛС. Самой распространенной была РЛС Таши-18 с дальностью обнаружения воздушных целей до 200 км. Японцы построили 400 таких комплексов. А самой мощной была береговая станция ТИП-11, которая монтировалась на бетонном фундаменте и могла обнаружить воздушную цель на расстоянии в 250 км. Япония построила 30 таких комплексов. Помимо этого, было построено свыше 300 комплексов Таши-6, также с дальностью обнаружения в 200 км. Радары к данным станциям, кстати, разрабатывала компания NEC, которая сейчас является крупным игроком в IT-технологиях. NEC в конце 90-х поглотила американскую компанию Bell, а потом продала эту торговую марку компании Acer. Все это позволило японцам создать разветвленную сеть радаров раннего обнаружения вдоль всего побережья японских островов, способных засечь Б-29 за 200 км и предупредить силы ПВО. Ну и теперь перейдем, собственно, к этим силам. Начнем с главного элемента любой ПВО – зенитной артиллерии. И вот тут к лету 44-го ситуация была плачевной. Японское войсковое ПВО обеспечивали тысячи орудий калибром 75-76 мм. Много таких орудий находилось и в составе ПВО Японии. Но появление такого самолета, как Б-29, оставило эти зенитки вне игры. Они просто не добивали до высотных суперкрепостей. Достать такой самолет могли только тяжелые орудия калибром 88 мм и выше. У японцев имелось на вооружении орудие тип 99 калибром 88 мм, созданное на основе аналогичного немецкого орудия.
Но за всю войну японцы произвели всего около 1000 таких орудий. Учитывая, что часть этих орудий была разбросана по многочисленным островам в Тихом океане, в ПВО Японии имелось несколько сотен этих зениток. Для сравнения, основное орудие ПВО Германии, знаменитое «Флаг-36», во всех ее модификациях было выпущено в количестве более 20 тысяч штук. У японцев еще до войны было разработано мощное зенитное орудие калибром 100 мм, но их изготовили всего 70 штук, а потом из-за дороговизны сняли с производства в пользу орудий калибром 75 мм. И никто за 3 года войны не поднял вопрос о возобновлении их производства. Почему? Все по той же причине. Зачем тратить деньги на тяжелые зенитки, если Америка далеко и нам ничего не угрожает? Очень похожая ситуация была и с японской истребительной авиацией. Япония начала войну, имея в своем составе самый знаменитый свой самолет – Zero. Один из символов японского сокрушительного блицкрига в начале войны. Zero являлся флотским истребителем, в то время как армия использовала истребитель Ки-43. Эти два истребителя были самыми массовыми в Японии и производились вплоть до конца войны. Более 11 тысяч Zero и 6 тысяч Ки-43. Но эти знаменитые истребители ни черта не годились к роли перехватчиков для Б-29 в 1944 году. Их скорость уже не позволяла догнать суперкрепости. Да, знаменитый Zero был медленнее Б-29 и в лучшем случае мог произвести одну атаку в лоб при встречном бою. В начале войны у двух самых распиаренных японских самолетов был конкурент – истребитель-перехватчик Ки-44 «Сёки», что означает «демон». Его скорость и потолок позволяли бороться с любым бомбардировщиком США, в том числе и с новейшим Б-29. Однако он уступал в маневренности более легким Zero, и японцы отказались от производства истребителя-перехватчика в пользу этих самолетов. Лишь в 1942 году японцы начали производить серийно Ки-44, но производство было не в приоритете, и за всю войну японцы произвели всего 1200 демонов. В конце 1942 года у Японии появился еще один истребитель, который мог бороться с Б-29. Новейший Ки-61 Хиен, что значит «ласточка». Беда и демонов, и ласточек была в двух моментах. Их производили недостаточно, и они были вооружены лишь пулеметами, что в бою с Б-29 делало задачу по сбитию бомбардировщика почти нерешаемой, даже если ты его догнал по скорости и по высоте. Поэтому японцы начали свои самолеты спешно оснащать 20-миллиметровыми пушками, а некоторые машины с наиболее опытными пилотами – даже 37-миллиметровыми пушками. Как видим, самолеты у Японии все же были, но основополагающий косяк здесь был в использовании тех средств и сил, которые имелись у японцев. К 15 июня 1944 года на японских островах всего находилось чуть более 300 японских самолетов. У японцев были силы для усиления своих истребительных частей в метрополии. На тот момент лишь 6-я часть японской авиации прикрывала Японию. Но после 1 июньского налета это число выросло незначительно и составило в июле 375 самолетов, почти до конца войны особо не превышая это количество. Для всей территории Японии это, прямо скажем, ни о чем, учитывая, что в первых налетах участвовали сразу по 70 Б-29, и с каждым месяцем это число росло. В отличие от своих немецких союзников, не создали японцы единых командных пунктов управления истребителями ПВО. Вместо этого истребительные части были разделены на территориальные округа. И если производился налет на остров Кюсю, то самолеты из Токио не могли взлететь на помощь своим коллегам в отражении налета, так как это был не их округ. Вдобавок к этому было еще разделение по командованию. Флотские самолеты прикрывали только военно-морские базы и порты, остальное их не интересовало. Армейские самолеты прикрывали только города и промышленные центры. Единого централизованного командования и даже обмена информацией не было. Это привело к тому, что и так малочисленные японские самолеты не могли массированно концентрироваться для ударов по бомбардировщикам, как это делали немцы. И одновременно против суперкрепостей никогда не выступало более чем 50-70 самолетов.
Все эти просчеты японцев могли дорого стоить им уже в июне 44-го. Но американцы сами пока еще испытывали кучу проблем и сложностей. И поэтому у японцев было еще несколько месяцев форы, чтобы хоть что-то исправить. И первое исправление случилось благодаря импровизации. После первого налета 15 июня американцы сумели подготовить следующий такой же крупный налет лишь 20 августа. В тот день 75 суперкрепостей вылетели бомбить ту же цель – металлургический завод на острове Кюсю. Налет производился днем, но американцы рассчитывали действовать на высоте до 10 километров, чтобы быть недосягаемыми для японской ПВО. Когда американцы летели еще над морем, они были засечены станциями раннего обнаружения, и японские истребители были подняты по тревоге, чтобы встретить врага. Встречать суперкрепости предстояло вот этим пилотам из 4-й авиагруппы. Крутизна этого фото зашкаливает, так как на первых трех раскладных стульях с удобными спинками вальяжно и уверенно по-дембельски расположились три самых крутых летчика группы. Посередине сидит лейтенант Исамо Кошииде, который в будущем станет главным японским асом по суперкрепостям, имея на счету 26 сбитых Б-29, из которых по крайней мере 7 подтверждены после войны. Ну и с этим результатом он определенно ас номер один в битве против суперкрепостей. Но героем 20 августа стал пилот справа от Кошииду, который что-то внимательно пишет в планшете. Его ведомый сержант Шигео Нобе. 4-я авиагруппа летала на тяжелых двухмоторных истребителях Ки-45. Это были машины, вооруженные мощной 37-миллиметровой пушкой, но уступающие в скорости Б-29. Единственной тактикой японских пилотов являлось воспользоваться ранним предупреждением РЛС, чтобы успеть подняться в воздух, набрать высоту и встретить американцев встречной атакой в лоб. В случае неудачи этой атаки, недостаток скорости и огонь пулеметов Б-29 давал мало шансов на повторную атаку. Именно это и попытались сделать Кошииду и его ведомый Нобе. Они атаковали спереди, идущие ромбом 9 первых бомбардировщиков, вел которых Б-29 собственным именем Гертруда, пилотируемый подполковником Робертом Клинскейлсом. Подполковник был бывшим личным пилотом генерала Дугласа МакАртура и одним из самых опытных в том вылете. С собой в тот день он взял любимца экипажа – спаниеля по имени Салли. Сержант Нобе атаковал очередью Б-29 Клинскейлса, но видя, что это не дало результата, понимая, что повторить атаку не удастся и не желая упускать противника, передал по радио своему ведущему, что будет таранить Б-29. Тяжелый двухмоторный истребитель Нобе врезался прямо в один из двигателей Гертруды, мгновенно вызвав взрыв крыльевого бака. Оба самолета превратились в огромный огненный шар. Выживших в машинах не было. Обломки от столкновения чуть не врезались в летевший сзади Б-29 с именем «Поствельский экспресс». Он увернулся в последний момент, однако летевшему за ним Б-29 с именем «Calamity Sioux» не так повезло. Один из обломков срезал ему вертикальный стабилизатор. Самолет тут же потерял управление и, вращаясь, полетел вниз. Из 12 человек его экипажа сумел спастись лишь один стрелок, который попал в японский плен. Так, сержант Нобе с помощью тарана и ценой своей жизни и своего самолета за полминуты сбил две суперкрепости, похоронив 23 американских авиатора и еще одного отправив в плен. Эти два Б-29 стали единственными, которые были сбиты истребителями в тот день. Еще один был сбит зенитками, и 10 разбились в авариях. Критических разрушений, несмотря на это, заводу нанести не удалось. Пример сержанта Нобе показал, что, пожалуй, самым эффективным способом противодействия Б-29 является таран. Но в августе 44-го даже камикадзе еще не начали свою деятельность. И идея официально взять на вооружение тактику тарана американских бомбардировщиков, хоть и висела в воздухе, но пока еще не озвучивалась. Но очень скоро все изменится. В августе 44-го года американцы окончательно взяли под контроль Марианские острова. И с этого момента весь приоритет создания основных баз для действия Б-29 по Японии был отдан именно им, а не Китаю. На Марианах строить базы было куда более проще. Здесь американцы могли задействовать всю мощь своего транспортного флота и своей логистики.
и обеспечить строительство квалифицированными инженерными частями с техникой, а не орде китайских гастарбайтеров с кирками и лопатами. На каждом из трех островов были созданы аэродромы. Остров Тиньян и вовсе, если взглянуть на него сверху, был по сути превращен в один сплошной аэроузел. В октябре на аэродромы стали прибывать первые суперкрепости. 1 ноября 1944 года произошел очередной поворотный день в истории воздушной битвы за Японию. В тот день над Токио на высоте свыше 9000 метров появился одинокий самолет. Это был B-29 в модификации высотного фоторазведчика. И он стал первым американским самолетом над Токио со времен рейда Дулитла. Самолет средь бела дня кружил над городом, отфоткав его мощными фотокамерами. Японские перехватчики были подняты в воздух, но ни один из них не смог достать B-29 по высоте. Жизнь в деловом центре Токио в этот день, как обычно, бурлила. И мало кто из японцев задумался над тем, что одиночный далекий самолет станет предвестником грядущего апокалипсиса. Токийцы до сих пор не видели и не слышали войны. Ну, бомбили пару раз какой-то завод на острове Кюсю. Кому интересно, что там в провинции творится? Американский разведчик благополучно вернулся на базу на Марианских островах со снимками Токио, которые позволили спланировать первый налет на японскую столицу. После того, как командир японской 10-й авиадивизии генерал Кихачиру Ишида стал свидетелем того, как его самолеты не смогли достать американский разведчик в токийском небе, он, не испытывая иллюзий относительно того, что скоро ждет Японию, отдал прямой приказ срочно готовить в каждой авиагруппе специальные таранные группы самолетов, укомплектованные добровольцем и предназначенные для намеренных таранов американских бомбардировщиков. Так началась история летчиков, незаслуженно оставленных в тени камикадзе. Про тараны смертниками американских кораблей слышали все. А вот про похожие подразделения для таранов B-29 очень немногие. Между тем, важнейшим отличием таранных групп от камикадзе было то, что летчику прямо предписывалось пытаться спастись после того, как он направит свой самолет на B-29. Выпрыгнуть с парашютом, вернуться на базу, снова сесть в новый самолет и вперед на новый таран. Однако понятно, что таран – дело чрезвычайно опасное, и многим летчикам предстояло стать смертниками. Для того, чтобы достигнуть высоты полета противника, с истребителей были сняты все вооружение и ненужное оборудование. Это давало экономию веса до 200 кг, что позволило самолету подниматься выше от 500 до 1000 метров. Основным истребителем для таранов был Ки-44 «Демон». 24 ноября 1944 года 111 суперкрепостей поднялись на первый стратегический удар под Токио. Их целью был расположенный в столице завод Мусашина, крупнейшее предприятие, производившее 40% авиадвигателей в Японии. Как обычно, радарная сеть обнаружила американскую армаду заранее, и перехватчики стали взлетать ей навстречу. Лететь с Марианских островов было проще, чем с Китая, но это по-прежнему свыше 2000 километров только в одну сторону. Поэтому традиционно из 111 взлетевших B-29 до Токио долетели только 27 самолетов. Остальные либо повернули назад, либо бомбили запасные цели. Один самолет потерпел аварию. Японские истребители встретили американцев в воздухе, но традиционно не смогли вести бой на одной высоте с крепостями. В то же время, почувствовав на себе всю мощь огня автоматизированных пулеметных турелей на B-29, три японских самолета были сбиты, не сумев причинить американским машинам никакого вреда. Единственными, кто смог достать суперкрепости, стали таранные облегченные самолеты. Редкое фото позволяет видеть, как выглядела удачная таранная атака, когда японскому летчику удавалось подняться даже чуть выше B-29 и спикировать сверху вниз. И глядя на это фото, можете представить, какие шансы остаются у летчика, чтобы вовремя покинуть самолет и спастись. Примерно так в тот день капрал Йошио Мина поразил B-29 лейтенанта Сэма Вагнера. По совпадению, у американского экипажа также был четвероногий любимец, с которыми они сфоткались незадолго до своей гибели. В общем, оба самолета рухнули на землю. Погиб и капрал Мина, и почти весь американский экипаж. Выжить сумел лишь Уильям Натрас, который на фотографии стоит слева.
этот B-29 стал единственным потерянным по боевым причинам в первом вылете над Токио, доказав еще раз эффективность тактики таранов. Несмотря на небольшие потери, эффект от удара был небольшой. Был поврежден 1% завода. У японцев, помимо отчаянных таранов, появился еще один способ противодействовать налетам. Близость Марианских островов теперь играла на руку и японцам, так как туда могли долетать японские самолеты с острова Ивадзима. И 27 ноября, спустя 3 дня после первого налета на Токио, японцы нанесли ответный удар. Ночью 12 японских «Зеро» с подвешенными бомбами взлетели с Ивадзимы и направились к американскому аэродрому на Марианских островах. Чтобы избежать обнаружения радарами, самолеты летели на высоте 5 метров над морем. Так низко, что один из летчиков зацепил винтом в воду и был вынужден вернуться на базу. Остальные 11 «Зеро» совершенно неожиданно для американцев появились над аэродромом и уничтожили на нем 4 B-29. Однако американские истребители поднялись в воздух и преследовали «Зеро», пока не сбили все 11 машин. 7 декабря, в 3-ю годовщину удара по Пёрл-Харбору, 8 японских штурмовиков снова смогли нанести удар по аэродрому с B-29, уничтожив 3 суперкрепости. Однако и на этот раз пришлось заплатить большую цену. Было сбито 6 из 8 самолетов. Японцы продолжали наращивать усилия и в ночь на 26 декабря произвели самую крупную атаку на аэродром. 25 японских самолетов уничтожили 4 и повредили 11 бомбардировщиков. Однако из-за больших потерь и нехватки самолетов японцы не могли себе позволить больше терять столько самолетов. В январе они атаковали аэродром одиночными самолетами или группами по несколько машин. Последняя попытка состоялась 2 февраля. После того, как все 5 японских самолетов были сбиты, даже не долетев до цели, японское командование приказало прекратить атаки. К тому моменту уже ожидалась высадка американцев на Ивадзиме, и в том же феврале японцы лишились возможности использовать этот остров для налетов на Марианские острова. Всего в результате японских ударов были уничтожены 11 B-29 и повреждены 43. Погибли 45 человек наземного персонала. Японцы потеряли в налетах 37 самолетов. Несмотря на причиненные потери и созданное для американцев напряжение, налеты не сорвали стратегические бомбардировки Японии. И у японцев созрел новый план – использовать для уничтожения B-29 отряд «Командос». Специально для этой цели из состава 1-й рейдовой парашютно-десантной бригады сформировали отряд «Гирецу» численностью 136 человек. Парашютистов должны были выбросить над Марианскими островами бомбардировщики Ки-21, после чего они с помощью заряда взрывчатки должны были уничтожить Б-29 и инфраструктуру аэродрома. Вариантов покинуть Марианские острова у десантников не было. Им нужно было просто попытаться забрать с собой в свою японскую Вальхаллу как можно больше американцев. Так как Ки-21 с Японией напрямую до Марианских островов не долетали, предполагалось сделать дозаправку на Ивадзиме, но аэродром Ивадзимы был американцами уже хорошенько разбомблен в преддверии их вторжения на остров, и операция не состоялась. Японские удары по Марианским островам не мешали продолжать налеты над Токио. 3 декабря суперкрепости снова летали бомбить завод Мусашино. И снова в небе их уже ждали японские летчики. И снова решающую роль сыграли тараны. В самом начале совместными усилиями тарана и огнеистребителей был сбит самолет, возглавлявший вылет, в котором находился командир американской 500-й бомбардировочной группы полковник Ричард Кинг. Американская группа – это в переводе на наши деньги авиаполк. Полковник Кинг сумел покинуть самолет и попал в японский плен. Таранивший его самолет японский летчик погиб. Но в тот день впервые произошли и случаи успешных таранов, после которых японские летчики сумели выжить. Отличились вот эти два товарища. Слева лейтенант Тору Шиномия, а справа капрал Масао Итагаки. Оба таранили в тот день Б-29 и оба вернулись живыми. Причем, если Итагаки лишь повредил суперкрепость и та сумела вернуться на базу, то после удара Шиномия Б-29 снизился и тут же был добит стаей истребителей. Если присмотреться к левой стороне фотографии, то видно, что два друга позируют возле обломанного крыла самолета. Так вот, это крыло того самого самолета Шиномия, на котором он таранил бомбардировщик. Да, японец умудрился посадить свой самолет на аэродром,
став звездой японских газет, а его самолет был выставлен в Токио на публичное обозрение. В общем, потеряв 5 Б-29, из которых минимум 3 были поражены таранами, американцы снова не нанесли заводу Мусашино никаких повреждений. 27 декабря 78 суперкрепостей снова вылетели, чтобы уничтожить завод Мусашино. До цели долетели менее половины самолетов. Результат снова был слабый, при потере 3 Б-29, один из которых стал жертвой двойного тарана. Американцы решили сменить главную цель, посчитав, что в другом районе ПВО будет не такой мощный, как в Токио. Они выбрали второй по мощности в Японии завод авиадвигателей фирмы Mitsubishi, расположенный в Нагое. 3 января 1945 года 98 Б-29 вылетели на его бомбежку. Цель бомбили лишь 57 самолетов. Бомбометание прошло неприцельно, но и здесь американцев настойчиво таранили. Всего в тот день состоялось не менее 3 таранов. Американцы потеряли 4 суперкрепости, еще одна разбилась в аварии. Завод Mitsubishi не пострадал. 9 января 72 Б-29 снова в пятый раз вылетели к своей старой цели – заводу Мусашино в Токио. Из-за сильного ветра и облачности лишь 18 машин достигли завода, где на них обрушился град японских таранов. Минимум 3 суперкрепости были сбиты таранами в тот день. С земли токийские репортеры запечатлели, как сержант Масуми Юки в смертельном для себя таране причиняет фатальные повреждения одному из бомбардировщиков. Всего тот вылет стоил американцам 6 самолетов. Результат был уже привычно разочаровывающий. 27 января при очередной попытке уничтожить уже проклятый американскими летчиками завод Мусашино, в небе над Токио разгорелось одно из крупнейших воздушных сражений. В тот день на Токио взлетели 76 суперкрепостей, до цели долетели 64, где на них набросились истребители. К тому времени японцы помимо таранных подразделений внесли еще одно ноу-хау. На японские самолеты стали устанавливаться специальные авиапушки для борьбы с тяжелыми бомбардировщиками. Японцы внедрили вот такую пушку калибром 40 мм, стреляющую снарядами с реактивным ускорителем и темпом стрельбы 450 выстрелов в минуту. Правда, боекомплект пушки составлял 10 снарядов. Но при умелом и точном применении это было смертельно опасное для Б-29 оружие. Более массово на истребители устанавливались пушки калибром 37 мм, которые также на порядок повышали мощь огня японских истребителей. Именно истребители с 37-мм пушками массово встретили суперкрепости в токийском небе 27 января. Огнем своих мощных пушек японцы сбили не менее 3 суперкрепостей. Однако в тот день также произошла и одна из самых массовых таранных атак. Американские бомбардировщики протаранили 10 раз, при этом 5 японских летчиков погибли, а 5 смогли спастись, причем один даже посадил свою машину. Б-29 тоже в тот день доказали свою живучесть, показав, насколько тяжело сбить этот самолет. Одна суперкрепость была протаранена уже после сброса бомб, но продолжила уходить. Японские истребители поливали поврежденный самолет огнем из пушек, но крепость никак не собиралась падать. Это заметил капитан Кобаяши, еще один из японских героев обороны Японии. Кобаяши был назначен командиром 244-го истребительного полка в 24 года, став самым молодым командиром полка в японских ВВС и одним из немногочисленных, опытных и подготовленных японских пилотов в тот период. Видя, что ни таран, ни огонь авиапушек его подчиненных не валит упрямую суперкрепость на землю, Кобаяши передал своему ведомому «А ну-ка, подержи мое пиво» и решил таранить американца повторно. Он не был членом таранного отряда, это была исключительно его личная инициатива. Направив свой истребитель прямо в Б-29, Кобаяши сумел вовремя выпрыгнуть с парашютом. Опускаясь на землю, Кобаяши, наблюдая искалеченный вражеский самолет, был уверен, что американец не дотянет через океан до базы. Но Б-29 долетел до Марианских островов и окончательно развалился уже после посадки, сохранив жизнь своему экипажу. Еще несколько самолетов в тот день были повреждены таранами, но смогли вернуться. Однако американцы потеряли в тот день 8 бомбардировщиков, а завод Мусашино снова уцелел.
Американское командование к тому времени уже начало откровенно разочаровываться результатами стратегических бомбардировок. Подходил к концу январь 45 года. Американцы регулярно бомбили Японию уже 3 месяца, а результаты были ничтожны относительно затраченных усилий и ресурсов. Программа разработки и производства Б-29 к тому времени достигла 2 миллиардов 800 миллионов долларов, превзойдя по стоимости американский атомный проект. А сколько было еще потрачено на строительство баз, заправку и вооружение огромных самолетов? Плюс потери явно не соответствовали результату. К тому же к этому времени провалилась очередная попытка реализовать доктрину Дуэ в Европе. Несмотря на колоссальные совместные усилия и огромные потери, союзники не смогли с помощью стратегических бомбардировок сломать экономический хребет Германии. Несмотря на все трудности бомбардировок, Германия вплоть до октября 1944 года наращивала свое ежемесячное военное производство и не думала о капитуляции. Спад начался лишь в результате потери к ноябрю ряда важнейших территорий в оккупированном Советском Союзе, Румынии, Венгрии и Западной Европе. То есть, чтобы сломить Рейх, союзникам пришлось вести активное сухопутное наступление на всех фронтах. Без этого бомбежки, скорее всего, никогда бы не сломили Германию. Все больше людей в американском руководстве приходили к выводу, что и на Тихом океане вырисовывается такая же картина. Становилось все более очевидным, что без сухопутного вторжения на японские острова не обойтись. Это общее недовольство выразилось в снятии в конце января со своего поста генерала Хансела, командующего стратегической авиацией на Тихом океане. На его место, с напутствием исправить ситуацию к лучшему, назначили генерала Кёртиса Лемея. Лемей, будучи настоящим авиационным генералом, оставался твердым сторонником доктрины Дуэ и был убежден в важности стратегических налетов на Японию. Но он понимал, что доверие к его силам у руководства США на исходе, и нужно срочно наглядно показать улучшение ситуации. Лемею потребовался февраль на то, чтобы проанализировать тактику американцев и японцев и выработать изменения, которые изменят абсолютно все. Выяснилось, что чуть ли не большим врагом, чем японцы, оказалась погода. Как известно, Б-29, пользуясь своим потолком, бомбили цели с высот более 9000 метров. Когда была плотная облачность и ни черта не было видно, летчики бомбили по специальным радиолокационным прицелам. Однако, как оказалось, на такой высоте сброшенные бомбы уносил мощный воздушный поток. Такое явление, известное сегодня как струйные воздушные потоки, в 30-е годы только начинало исследоваться. Дело в том, что на планете Земля на высотах в 9-12 километров в результате нагрева атмосферы солнечным излучением и вращением планеты вокруг своей оси образуются мощные потоки ветра со скоростью до 200 км в час. Потоки проходят по определенным широтам Земли, они бывают субтропические и полярные. Так вот, именно над японскими островами проходит самый мощный полярный поток, рекордную скорость которого исследователи фиксировали порой в 400 км в час. Поэтому, сбрасывая бомбы чуть ли не с 10-километровой высоты над Токио, эти бомбы разносило воздушным потоком на десятки километров от цели. Еще одной проблемой была чрезвычайная сложность полетов. Экипажи летали на 5500 километров. Полет туда и обратно занимал 12 часов. Лететь приходилось часами над океаном, без ориентиров, часто в условиях плохой штормовой погоды и видимости. Поэтому каждый раз на цель выходила лишь часть машин, что неизбежно вело к уменьшению бомбовой нагрузки на цель. К тому же японцы в ответ на бомбежки ответили рассредоточением своего производства. Теперь множество производственных цепочек ушли к множеству небольших субподрядчиков, которые находились не в огромных промышленных комплексах, а были рассеяны в деловых и фабричных городских кварталах Токио. Это традиционно были небольшие семейные фабрики, где на первом этаже находился цех, а на втором жили сами его владельцы или работники. Сотни таких небольших предприятий изготовляли комплектующие для оборонных заводов. Лемею было об этом известно. Как было известно и особенность городской застройки Японии в то время. Это традиционно деревянные здания, а не каменные, как в Европе или США.
Очевидно, что удар нужно сосредоточить не по самому заводу Мусашина, а по городским кварталам Токио с множеством мелких субподрядчиков. Для большинства людей бомбометание с напалмом вызывает четкие ассоциации с начальной сценой фильма «Апокалипсис сегодня». Однако напалм был разработан и принят на вооружение армии США в 1942 году и успел хорошенько отметиться еще во Второй мировой войне. У американцев было множество авиабомб М-47, изначально созданных как носители отравляющих веществ. Вместо боевых газов американцы наполнили эти бомбы напалмом и получили дешевый и массовый боеприпас. С учетом анализа вышеназванных факторов, LeMay разработал принципиально новую концепцию бомбардировок Японии. 9 марта 1945 года командиры экипажей Б-29 собрались на очередной предполетный брифинг и ошалели от услышанного. Им была поставлена задача лететь над Токио на предельно низкой высоте в 1500-2000 метров. Перед полетом с самолетов снимут все защитные пулеметы, кроме хвостовых, чтобы облегчить вес и увеличить тем самым бомбовую нагрузку. Лететь они будут ночью. Летчики решили, что новый генерал спятил и посылает их на верную смерть. Оно и так лететь на Токио было не очень, а на низкой высоте и без пулеметов это будет реально самоубийство. Однако LeMay решил, что ночью активность японских истребителей будет низкой, так как ночных истребителей у Японии было очень мало, а таранные подразделения ночью почти не летали. Ночь также должна будет ослабить японскую зенитную артиллерию. К тому же американцы знали, что японские радары не засекали высоту полета. И привыкнув, что американцы всегда летают на одной и той же высоте, японцы всегда ставили взрыватели своих снарядов на высоту 9-10 километров. На высоте в 2 километра зенитные снаряды не смогут причинить большой вред. Зато низкая высота поможет избежать высотных воздушных потоков. Зажигательные бомбы должны будут нанести разрушения в первую очередь деловым кварталам Токио с их мелкими мастерскими. А мощь удара усилится небывалой концентрацией самолетов. В ту ночь взлетели 325 суперкрепостей. На тот момент это было самое большое количество данных самолетов в одном вылете. До Токио долетели 279 машин, которые сбросили на город рекордные на тот момент 1665 тонн зажигательных бомб. Японцы оказались совершенно не готовы к такому удару. Это не было похоже ни на какие из предыдущих налетов, ни по тактике, ни по массированности, ни по типу боеприпасов. Если остальные элементы ПВО с лета 44-го пытались усиливать, то гражданская оборона к марту 45-го оставалась такой же запущенной. Не было организованных бомбоубежищ, систем эвакуации населения, пожарная служба была крайне слабой. Американские бомбы быстро создали самый грандиозный пожар в истории человечества. Деревянные районы вспыхивали один за одним. Температура достигла 1700 градусов. Сгорело более 100 пожарных машин. Район, в котором на 12 квадратных милях проживало 750 тысяч жителей в деревянных домах, быстро превратился в натуральный ад. Понятие «огненный шторм» является вполне научным. Согласно ему, огненный шторм – это пожар, который достигает такой интенсивности, что создает и поддерживает собственную систему ветров. По мере того, как восходящий поток воздуха разрастается, вокруг огня образуются сильные порывистые ветры, направленные внутрь, которые снабжают огонь дополнительным воздухом. Создается турбулентность, в результате которой сильные поверхностные ветры могут хаотично менять направление. Точно так же, как обычные ураганы и смерчи, только с огненным вихрем. На этом фото изображен неядерный взрыв. Это крупный лесной пожар в штате Орегон в 1933 году, который перерос в гигантский огненный шторм. Чаще всего огненный шторм – это как раз про лесные пожары. Однако в тот раз ветер наконец был на стороне американцев, и в Токио образовался классический настоящий огненный шторм. Раскаленные восходящие потоки воздуха поднимались на высоту 1,5 километра, и некоторые суперкрепости чуть не потерпели из-за этого катастрофу.
Огненный шторм буквально высасывал отовсюду воздух, поэтому большинство людей не сгорели заживо, а задохнулись. В ходе этого самого смертоносного пожара в истории погибло 84 тысячи по самой низкой оценке и до 100 тысяч человек по самой верхней оценке. В любом случае, это больше, чем количество погибших от взрыва в Хиросиме или Нагасаки. Если учитывать, что за всю бомбардировочную кампанию с ноября 44 года до этого в Японии погибло 1300 человек, то тот день вызвал у всего населения шок и упадок духа. По воспоминаниям Такути Такиучи из Министерства внутренних дел, именно тогда он осознал, что война проиграна. Еще 40 тысяч человек были ранены. Было уничтожено 250 тысяч зданий и домов. Более миллиона человек потеряли жилье и стали беженцами. Завод Мусашино не пострадал. Он даже не был целью удара. Однако на следующий день завод впервые остановился. Были нарушены все производственные цепочки, а множество работников либо погибли, либо не вышли на работу, так как стали беженцами. Однако Япония не собиралась сдаваться и опускать руки. В этом, безусловно, успешном для себя налете американцы потеряли 14 суперкрепостей, самое большое число с 20 августа. Как и ожидалось, ночные истребители не смогли ничего сделать, а таранов в коем веке также не было. Но зенитная артиллерия японцев все же смогла неприятно удивить американцев. Так как с началом налетов японцы осознали свою ошибку с недооценкой зенитной артиллерии, то стали лихорадочно искать способ ее усилить. Усилить ее можно было в первую очередь за счет наиболее прокачанной части японских вооруженных сил. Конечно же, флота. У японцев имелись спаренные двухорудийные зенитные системы калибром 100 мм, предназначенные для вооружения эсминцев. 69 таких спаренных систем изъяли у флота и разместили на стационарных позициях в Японии. Также из флота передали зенитные морские орудия калибром 127 мм. Свыше 300 таких орудий разместили на суше. Кроме того, началось запоздалое производство новой тяжелой зенитки тип 3. Калибром 120 мм. Таких до конца войны, правда, успели построить только 120 штук. Однако все эти орудия были способны достать Б-29 на любой высоте. К тому же японцы внедрили, хоть и не полностью, радары управления зенитным огнем. Это были копии захваченных американских радаров. С их помощью можно было вести огонь в условиях облачности или ночи, не наблюдая цель визуально. Так что ночью 10 марта японские зенитчики смогли нанести американцам приличные потери. Однако у японских зениток был один существенный недостаток. Они были тяжелыми стационарными объектами, и их нельзя было перемещать. Поэтому Ли Мэй решил оставить на время наиболее защищенный Токио и испытать свою новую тактику на других крупнейших городах Японии. Японцы не могли своими немногочисленными зенитками прикрыть все важные объекты страны. Этот ход Ли Мэя сработал. Уже 11 марта 285 Б-29 бомбили зажигалками Нагою. Американцы потеряли лишь один самолет. 13 марта 274 бомбардировщика бомбили Осаку. В этот раз ветер и деревянные постройки снова создали огненный шторм. И в Осаке сгорело 135 тысяч зданий в промышленном районе, в том числе 119 производственных помещений. Японцы могли противопоставить налетам лишь немногочисленные атаки истребителей, как и прежде, основу которых составляли таранные самолеты. Но на фоне 300 суперкрепостей, 10-20 японских смельчаков мало что могли сделать. Над Осакой американцы потеряли также лишь один самолет. Его сбили тараном. Двух спасшихся летчиков японцы в ярости после разрушения своих городов казнили в плену. 16 марта 307 бомбардировщиков бомбили Кобе, крупнейший порт Японии, обновив рекорд по сброшенному тоннажу бомб. 2355 тонн. Были разрушены судостроительные верфи. Сгорело 66 тысяч домов, что составило 20% территории города. Американцы потеряли 3 машины. Стоит отметить, что наученная опытом Токио, японская гражданская оборона теперь своевременно эвакуировала население городов
и в других городах за неделю погибло только 10 тысяч человек. А вот количество беженцев исчислялось уже миллионами. В стране начала назревать гуманитарная катастрофа. Всего за неделю Ли Мэй в корне исправил ситуацию с бомбардировками Японии, превратив ее в глазах командования из напрасной траты ресурсов в способ действительно сломать Японию без высадки на японские острова. В марте 45-го американская промышленность выпускала по 8 суперкрепостей в день. Боинг развернул 2 дополнительных завода. С каждым вылетом на Японию в небо поднималось все больше и больше Б-29. В марте 45-го американцы захватили остров Ивадзима после месячной кровавой битвы. Той самой, в которой было сделано знаменитое фото морпехов с американским флагом. С этого острова американские бомбардировщики теперь могли сопровождать и истребители прикрытия. Следующий удар Ли Мэй нанес 7 апреля. В этот день две большие группы суперкрепостей, каждую из которых впервые сопровождали истребители «Мустанг», вылетели для одновременного уничтожения 2 крупнейших заводов авиадвигателей в Японии – «Митсубиси» в Нагое и треклятого «Мусашина» в Токио. Чтобы подавить японские радары раннего обнаружения, американцы массово использовали сброс дипольных отражателей, множество кусочков алюминиевой фольги, а чтобы подавить радары управления зенитным огнем, впервые применили новейшие бортовые станции радиоэлектронного подавления. Это сработало. В тот день японские зенитчики не сбили ни одного американского самолета. Над Нагоей было крайне мало японских истребителей. Американцев традиционно таранили, сбив при этом 2 Б-29. Остальные 150 суперкрепостей успешно отбомбились по заводу Митсубиси, уничтожив 90% его производственной мощности. В небе над Токио разгорелась куда более масштабная битва. В этот день единственный раз массированно американцев встретило еще одно японское чудо-оружие. Сумрачный японский гений в поиске новых средств борьбы с вражескими бомбардировщиками изобрел противосамолетную бомбу. Это был кассетный боеприпас, который сбрасывался над вражескими бомбардировщиками со взрывателем на тайминге. Внутри он был начинен 170 поражающими элементами и белым фосфором, который при взрыве давал яркую вспышку. Бомбы могли применять одномоторные японские истребители против средних американских бомбардировщиков. Однако, чтобы забраться выше Б-29 для сброса по ним этих бомб, японцы приспособили для этого высотные двухмоторные разведчики Ки-46. У японцев был целый авиаполк таких самолетов, и 7 апреля он в полном составе вылетел бомбить суперкрепости. Вторым доводом японцев над Токио в тот день были, конечно, тараны. Так как теперь к суперкрепостям необходимо было прорываться сквозь заслон из американских мустангов, забомбить или протаранить Б-29 теперь стало вдвойне сложнее. Японцы таранами сбили 2 Б-29, а один умудрились сбить своей фосфорной авиабомбой. Также были сбиты 2 мустанга. За это японцы заплатили потери 15 самолетов. Налету помешать они не смогли. Американцы сняли проклятие завода «Мусашина». С 10-й попытки с ним было покончено. В один день Япония потеряла 2 завода, которые производили 2/3 авиадвигателей в стране. Но в этот самый момент, к ярости Ли Мэя, его суперкрепостям приказали отвлечься от стратегических бомбардировок и совершать тактические задачи. Дело в том, что в апреле разыгралось крупное сражение за остров Окинава. Чтобы его защитить, японцы развернули массированную операцию по атакам американского флота силами своих камикадзе. Обеспокоенный этим, адмирал Честер Нимитц приказал Ли Мэю своими Б-29 бомбить японские аэродромы, с которых взлетали камикадзе. Ли Мэю пришлось на 3 недели прервать налеты на Японию и заниматься, прямо скажем, задачами не уровня стратегических бомбардировщиков. Эта пауза дала японцам возможность перевести дух. 11 мая Нимитц освободил Ли Мэя от ударов по аэродромам, и воздушное наступление на Японию возобновилось с новой силой. Ли Мэй решил за 30 дней последовательно выбомбить 6 крупнейших городов Японии. 14 мая Нагою бомбили 474 крепости.
Потеряв производственные мощности авиастроения и понеся в апреле огромные потери в самолетах в битве за Окинаву, японское командование приказало истребителям оставаться на земле, экономя машины и топливо для грядущего вторжения на японские острова. Основным противником американцев теперь стала зенитная артиллерия, ночные истребители и одиночные летчики таранных подразделений. Каждый вылет Б-29 теперь сопровождали по сотне и более истребителей «Мустанг», и пробиться через них становилось почти нереально и стоило огромных потерь. В Нагое выгорело 16 квадратных миль города. Был уничтожен императорский арсенал в Нагое, производивший 20% стрелкового вооружения Японии. С 23 по 27 мая американцы силами по 500 бомбардировщиков снова бомбили Токио. На этот раз выгорело 22 квадратные мили южных районов города. Японская зенитная артиллерия дала последний решительный бой. Американцы потеряли 26 суперкрепостей, что стало крупнейшими одновременными потерями в истории Б-29. Однако после этого в Токио все было уничтожено, и Токио вычеркнули из списка целей. Настал черед Иокогамы, крупнейшего центра судостроения и автомобилестроения. Так как это был важный порт, Иокогаму защищали «Зеро» японского флота. Как и зенитчики в Токио, здесь «Зеро» дали последний решительный массовый воздушный бой, сбив 5 суперкрепостей и 3 прикрывающих их «Мустанга», потеряв при этом 26 истребителей. 517 суперкрепостей сожгли 25% городской территории Иокогамы, после чего она была вычеркнута из списка. Следующей стала Осака. 456 суперкрепостей уничтожили 4200 зданий, после чего американцы снова вернулись в Кобе, главный порт Японии. Именно при его бомбежке, когда 470 бомбардировщиков обрушили бомбы на его порт, была сделана эта знаменитая фотография. С учетом предыдущих налетов, в Кобе была уничтожена половина города вместе со всеми промышленными районами. 8 тысяч жителей города погибли. Кобе был вычеркнут из списка. 7 июня 1945 года операция была завершена. 6 крупнейших городов Японии оказались разрушенными. Если в мае налеты сопровождались отчаянным противодействием последних остатков японской ПВО, то 7 июня в многомесячной борьбе японцев и американцев можно было подвести символический итог. В тот день 450 Б-29 бомбили Осаку днем, не потеряв при этом ни одного бомбардировщика. 16 июня генерал Кёртис Ли Мэй выступил в Вашингтоне перед своим руководством. Он заявил, что если ему дадут без ограничений руководить продолжением воздушного наступления на Японию, война закончится к 1 сентября без наземного вторжения. Ему дали полный карт-бланш. В июне была принята новая программа, новый список из более чем 3 десятков более мелких японских городов, в которых есть хоть какое-то маломальское предприятие или военный объект. Одновременно был составлен список отдельных объектов, заводов и арсеналов. В Японии было 9 нефтеперерабатывающих завода. К исходу июля все они будут разрушены настолько, что эксплуатация будет невозможна. Над мелкими городами вообще не было какой-либо ПВО. 26 июня 1945 года произошел последний зафиксированный воздушный таран японской ПВО. Лейтенант Ютака Накагава таранил Б-29 капитана Бенджамина Кордуса над небольшим городом Хакусан. Этот эпизод запечатлен на фото. Накагава погиб, а из экипажа Б-29 выжил лишь один человек, который был казнен в плену. Вообще, после марта 45-го попадать в плен американским пилотам стало крайне небезопасно. В яростном бессилии и невозможности помешать разрушению своих городов, японцы все чаще казнили пилотов Б-29. После 26 июня американцы летали над Японией практически как у себя дома. Теперь потери они несли только аварийные. К концу июня Ли Мэй посылал на Японию одновременно уже по 800 суперкрепостей. Так как в стране не осталось достойных целей для такой армады, то они действовали одновременно по разным целям, группами по 200-300 бомбардировщиков. В
Всего американцы построили 3970 B-29, а после завершения войны с Германией Боинг снял с производства B-17 и освободившиеся мощности своего завода в Сиэтле планировал потратить на производство еще 5000 суперкрепостей. Япония же к концу июля уже фактически была опустошена. Крупная индустриальная страна, вторая экономика стран Оси после Германии, лежала в руинах, а никакого наземного вторжения еще не было. Страна практически перестала производить стрелковое и артиллерийское оружие, не говоря уже о самолетах. В июле 45-го производство самолетов упало на 60% по сравнению с июлем 44-го, периодом самого начала бомбардировок Японии. Производство боеприпасов упало на 70% по сравнению с мартом 45-го. Производство двигателей на 80%. Сталелитейное производство сократилось в 10 раз, а нефтепереработка в стране остановилась вовсе. В Японии к августу 45-го банально не было топлива и боеприпасов. Прямым следствием бомбардировок стало то, что японцы на полном серьезе готовили программу по атаке высадившихся американцев людскими волнами ополченцев с копьями и холодным оружием. К августу 45-го года было разрушено 169 квадратных миль японских городов. Все это сделало возможным то, что 6 августа, средь бела дня, над седьмым по величине городом Японии Хиросима, появился одинокий самолет, который шел без истребительного прикрытия в гордом одиночестве. Экипажу было не о чем волноваться. Этот одинокий Б-29 спокойно сбросил на город атомную бомбу. При этом обе атомные бомбы разрушили 7 квадратных миль территории Хиросимы и Нагасаки. То есть стратегические бомбардировки Лемея принесли разрушений в общем итоге в 24 раза больше, чем обе атомные бомбы. Споры о том, что повлияло на решение Японии капитулировать, не закончатся никогда. Очевидно одно, что не будь разгрома Квантунской армии, не будь атомных ударов, которые в совокупности безусловно ускорили принятие неизбежного решения о капитуляции, Япония капитулировала бы в любом случае. Американцам совершенно не обязательно было высаживаться на острова, так как Б-29 смогли реально впервые в истории вбомбить развитую страну с промышленностью и ПВО в каменный век. Доктрина Дуэ сработала. Она показала, что это реально. Для этого надо лишь мощная промышленность, очень много денег, усилий и людей вроде Кёртиса Лемея. Американцы за время воздушного наступления на Японию потеряли 414 суперкрепостей. Из них 148 достоверно были сбиты японской ПВО. 151 потерпели крушение в авариях. А причина гибели еще 115 не установлена. Чаще всего это упавшие в океан самолеты. И среди них есть как упавшие вследствие боевых повреждений, так и по аварийным причинам. 2700 американских членов экипажей погибли, пропали без вести или были казнены в плену. За 15 месяцев налетов на Японию погибло больше американцев, чем за 20 лет их войны в Афганистане. Однако в США нет никаких сомнений, что эти потери позволили в разы сократить предполагаемые жертвы в случае вторжения на японские острова. В самом оборонном сообществе США после войны никто не терзался спорами. Был сделан однозначный вывод, что определяющим фактором победы над Японией без высадки на самих островах стали стратегические бомбардировки. И в самих США, и в современных исследованиях акцент делается не на двух атомных бомбах, а именно на успехе доктрины стратегических бомбардировок. И в самой Японии память о разрушениях зажигательных бомб куда массовее, чем атомные бомбы. Да просто потому, что от них пострадало куда больше японцев. Не считая жертв атомных бомбардировок, налеты унесли жизни от 126 тысяч до 240 тысяч жителей Японии. Более 9 миллионов японцев потеряли свои дома. Для страны с населением 72 миллиона это была настоящая катастрофа. Каждый четвертый городской житель стал бездомным. Миллионы людей буквально бомжевали и гибли от голода. Одним из таких людей был 15-летний подросток Акиюки Насака. Он жил в городе Кобе, который был сожжен зажигалками.
Лишившись в пожаре родителей, Акиюки пошел по миру со своей младшей сестрой, которая вскоре умерла от голода. Акиюки в 15 лет потерял всю свою семью и сам чуть не умер. Когда он вырастет, то станет известным писателем и напишет автобиографический роман «Могила светлячков», по которому будет создан одноименный японский мультфильм. Вот этот мультфильм достоин просмотра. Не детская вышла картина. Вот там прекрасно отражена реализация доктрины Дуэ глазами жителей Японии. И никаких атомных бомб еще не было. Сейчас модным стало слово «демилитаризация». Но не очень многие знают, что этот термин означает. Демилитаризация страны – это отказ данной страны иметь свои собственные вооруженные силы. То есть, существенное ограничение суверенитета. Вот демилитаризация Японии в 45-м – это редкий пример в истории, когда это удалось. Никто не будет спорить, что милитаристская Япония действительно была страшной, преступной, фашистской государственной машиной. И вот США показали, как такую милитаристскую страну можно принудить к тому, чтобы она добровольно подписала отказ по итогам войны от собственных вооруженных сил. Да, до 1954 года у Японии никакой собственной армии не было. Да и то, что потом было создано, называется официально «силы самообороны». До сих пор. По факту, конечно, Япония, превратившись в союзника США, давно обзавелась полноценной армией. Но юридически так до сих пор действует напоминание того, как их нынешние американские партнеры и союзники в свое время демилитаризировали. Характерно, что, пожалуй, самой известной цитатой генерала Лемея, с которой он вошел в историю, стала его фраза: «Если бы мы проиграли войну, меня судили бы как военного преступника». Сразу после войны в США было создано отдельное стратегическое воздушное командование. Возглавил его, конечно, главный специалист по разрушению городов в 20 веке – Кёртис Лемей. Главной задачей командования, само собой, было нанесение стратегических, в том числе ядерных ударов по Советскому Союзу. Главными носителями бомб для советских городов в первые годы после Второй мировой были именно Б-29. Однако такой мощный стратегический инструмент, как огромный флот тяжелых бомбардировщиков, не мог пройти мимо других последующих крупных войн США. Как только Северной Корее в 1950 году как-то стало не очень получаться, американцы использовали стратегическое командование, чтобы сделать с КНДР то, что они сделали с Японией. Не будет никаким преувеличением сказать, что от этой неизбежной участи корейцев спас советский 64-й истребительный авиакорпус и советское же ПВО. СССР в те годы, пожалуй, был единственной страной на планете, у которой имелись ресурсы и силы, способные противостоять американской мощи, из которой доктрина Дуэ вряд ли прокатила бы. Однако именно стратегическое командование, вооруженное сотнями супербомбардировщиков нового поколения Б-52, сумело в 1972 году достигнуть одного из главных успехов США во Вьетнамской войне. В ходе операции Linebacker 2 за 10 ночей стратегических ударов Б-52 по Северному Вьетнаму американцам удалось усадить вьетнамцев за стол переговоров и подписать Парижское мирное соглашение в январе 73-го, которое вообще-то на 2 года продлило жизнь проамериканскому южно-вьетнамскому режиму. После окончания Холодной войны многое в военном деле изменилось. Теперь появились новые, высокоточные средства поражения и средства доставки. Теперь нет нужды в тысячах бомбардировщиков. Но концепция воздушной мощи, имеющей стратегический характер, никуда не делась. Если в 91 году американцы хоть и открыто показали миру свой приоритет воздушной мощи над сухопутной армией, но в буре в пустыне без сухопутной операции все же не обошлось, то идеальным образцом доктрины Дуэ явилась война НАТО в Югославии. Крупная, достаточно развитая европейская страна, все-таки не банановая республика. Системой ПВО и истребителями 4-го поколения, да, у югославов были МиГ-29, была полностью деморализована и сокрушена в результате планомерного, длительного и мощного воздушного наступления. НАТО добилась политической и стратегической победы, не просто не задействовав сухопутную армию, но и не потеряв ни одного военнослужащего убитым,
даже среди экипажей самолетов. Вся эта мощь, которую они продемонстрировали всему миру, все эти успехи явились прямым следствием и развитием правильных выводов, которые американское руководство извлекло из своего успешного наступления на Японию. Так что такой опыт, как и историю в целом, нужно изучать и помнить. И лучше изучать этот опыт, пока он остается чужим, а не своим. Потому что история, она как политика. Если ты не интересуешься ею, она рано или поздно начинает интересоваться тобой, раскатами грома за твоим окном.